Всем привет! Скоро Новый год, и я хочу поделиться своей историей создания саней. В первой части этого видео речь идет о настоящих старинных санях, попавших ко мне на реставрацию. А вот во второй половине я попробую создать аналог этих саней, но из материала, который сможет достать каждый, и мужской силы при работе не потребуется. Ну что, приступим? Как уже сказала, нужен будет простой материал. Это картон. Мои листы большие. Но главное – разместить детали. Можно использовать коробки из-под телевизора и стиральных машин. Для раскройки я использую ножик и металлическую линейку. Да, и под низ обязательно положите фанерку. Сначала вырезаем спинку. Для плотности вырезала две детали и один момент. Направление гофры у этих деталей должно быть перпендикулярно. Верхняя часть 44 см, нижняя 33,5. Высота 40 см. Следом вырезаем деталь передней стенки. Низ у этой детали будет такой же, как и у спинки, 33,5 см, а верхняя часть будет равна 39,5 см. Таких деталей тоже вырезаем две. И высота 30 см. На очереди боковины. Для этих деталей понадобится длинный лист картона. Отмеряем вверх 20 см. Снизу отступаем от края 2 см, затем отмеряем 60 см, дальше отмеряем 7 см. После этого отмеряем вверх 40 см и ставим точку. Широкая сторона боковины должна быть с наклоном, поэтому от точки 60 см мы проводим наклонную к дополнительным 7 только к верхней точке. Я надеюсь, разобрались. Здесь у нас 40 сантиметров. Следом нужно будет от точки спинки, то бишь широкой части, провести плавную линию к нижней точке, которая будет присоединяться к передней стенке. Эту линию проводите произвольно. Ну, главное, чтобы она хоть немного была похожа на мою. Напоминаю, что каждой детали мы делаем по две. Вторая боковина, состоящая из двух деталей, делается аналогично, только зеркально. Следующая часть наших саней – ножка. Для этого я сделаю сначала бумажную выкройку. Чертим квадрат 10 на 10 сантиметров и делим его на квадраты со сторонами 5 на 5 сантиметров. От центра отмеряем 2,5 сантиметра. Вырезаем квадрат. Из верхней точки к узкому месту ведем плавную линию в форме песочных часов. Для ровности краев сложим квадрат пополам и вырежем по изогнутой линии, как когда-то вырезали кувшинчики. Это будет ножка. Ножка у саней. Таких деталей нам нужно будет вырезать несколько. И чтобы нам не ошибиться в размерах, мы просто прикладываем ее и вырезаем. Обводим и вырезаем. Таких деталей нам нужно будет 4 на одну ножку, плюс 4 на другую ножку, 4 на третью ножку и 4 на четвертую ножку. Итого 16 деталей. Для прочности этих деталей мы меняем их расположение. Сначала вырезаем, чтобы направляющие были в таком виде, а затем поворачиваем, чтобы направляющие были в этом направлении. И за счет этого, склеив 4 детали в одну, мы получим очень жесткую конструкцию. Вырезаем главные детали. Их тоже должно быть две. Это дно наших саней. Ширина 33,5 см, длина 60 см. После раскроя у нас должно получиться две детали дна, две детали спинки, две детали передней части, две детали боковины с одной стороны и две детали боковины с другой стороны. И 16 деталей ножек.
Осталось вырезать только салазки, ну или коньки, кто как называет. Длина полозий у меня 80 сантиметров. Для полозий сначала вырежем прямоугольники длиной 80 сантиметров и шириной 13,5 сантиметров. Вырезать нам предстоит 8 таких прямоугольников. Снизу отмеряем 6 сантиметров и проводим полосу. У саней два конька. Каждая часть будет состоять из 4 деталей, поэтому их и нужно 8. Затем с одной стороны отмеряем 10 сантиметров и на этом участке рисуем изогнутую линию конька. Теперь все это вырезаем. Благодаря первой вырезанной детали мы можем вырезать все остальные, просто прикладывая и обводя. В результате на столе 8 полозий. Перед скреплением их нужно разложить таким образом, чтобы направление гофры было перпендикулярным. Надеюсь, в процессе вырезания об этом не забыли. Теперь нужно все детали склеить между собой, а именно – две детали боковинки с одной стороны, две детали боковинки с другой стороны, две детали передней стенки, две детали спинки, 4 детали ножки, и так 4 раза, и 4 детали одного конька, плюс 4 детали другого конька. Этот процесс простой, оставлю его за кадром, клеила обычным ПВА. Самое интересное – это сборка. Для этого нам понадобятся металлические уголки, металлические пластинки с дырками, болты, гайки, отвертка и плоскогубцы. Начнем скрепление ножек на полозья. Примерно на равном расстоянии от середины с помощью болтов, гаек и металлических пластинок скрепляем детали. К этому моменту они должны хорошо просохнуть и крепко склеиться. Далее с помощью уголков соединяем основание, дно саней и боковые стенки. Затем крепим спинку к дну саней и боковым поверхностям. Завершаем короб креплением передней стенки. Очертания саней уже просматриваются. Крепим полозья. От верха отступаем 6 сантиметров, от передней стенки 9 сантиметров. И ставим точку. Со стороны спинки сверху отмеряем 6 сантиметров и проводим прямую линию. И теперь выставляем детали по точкам, крепим ножки с коньком к дну саней с помощью уголков и болтов. Со вторым коньком поступаем точно так же. Для того, чтобы не было видно гофры на стыках, с помощью клея и бумажек облагораживаем сани. Бумажки – это верхний слой от картонных обрезков. Их легко можно будет отделить от картона. Для ровности нанесения последующей краски покроем все сани белым грунтом. Внутри сани покрашены серебристым цветом, а снаружи синим. Красили с помощью баллончика, так быстрее и ровнее. Мы использовали баллончик с алкидной краской. Теперь нужно сани расписать. Конечно, все началось с эскиза, который потом был перенесен на плотный ватман. Я использовала простые акриловые краски. Правда, белого и голубого пришлось купить в больших тубах. Кисти использовала 2 и 3 номера. Но хочу отметить, на кистях, если хотите повторить мой рисунок, не экономьте. Сначала рисовала переднюю и заднюю части, а потом приступила к боковым. Я вот что хочу отметить. Рисовать самим совсем не обязательно. Сейчас в интернете можно найти любые рисунки и, распечатав, подогнать под нужный размер. И сани получатся замечательные. Ну а тем, кто с кисточкой дружит, тем и карты в руки. По сути, сами сани готовы, и вы можете фантазировать в свое удовольствие.
Этот год водного голубого тигра, и сани мои поэтому голубые. Но с тиграми у меня не сложилось, а вот снегири с ними попроще, да и рука уже набита. А если кому очень хочется, как у меня, рисунок можно и скопировать, он простой. Все поверхности готовы, крепим их к саням. Двусторонний скотч я, конечно, наклеила, но вам не советую. Лучше добрый проверенный ПВА. Решила немножко добавить легких веточек внутри саней и снаружи. Так показалось поизящней. Рисунок обрамили бумажными трубочками. Получилось довольно мило. Я, к сожалению, не могу показать, как сани впишутся в новогодний интерьер. Просто не время пока наряжаться. Но как только мы соберем наш новогодний уголок, я обязательно запишу короткое видео. А на сегодня у меня все. И как всегда я призываю, не переставайте удивляться. Удивляйте и радуйте близких. Всем удачи. Пока-пока.